Алоха, с вами Swordflame. Ну что ж, давайте победим императора и попробуем сделать другой выбор. Я загрузил сохранение перед боем с императором, при этом у меня появился сундучок с одежкой властительницы Лохиема из прошлой концовки, а также новая сферка. Прикольно. Новую игру плюс пока что не тестил, потому что вдруг оно перезапишет мой слот под сохранение с начала игры. Поэтому пока что не стал рисковать. Итак, погнали! Yeah.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Итак, мы победили очередного босса. И финал второй концовки близко. Интересно, на одной карте у меня закрытый проход. Может быть, он откроется, если выбрать другой вариант действий или позже. А в другом времени тоже 99% осталось. И вроде карта вся открыта. Наверное, где-то какой-нибудь секретик пропустил, хотя старался пристально исследовать. Ну, ладно. В следующем видео вернемся в пирамиду, а также покрафтим новые вещи. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!